конечно, но это не важно, конечно. Ну что ж, давайте перейдем к нашей программе. Сегодня у нас очень интересная программа, потому что мы вам покажем новинки нашего, так сказать, Sony PlayStation-ского аппарата. То есть замечательные игры «Геркулес» и «Тобол 2». Да, это очень интересные игры, самые популярные в 97 году. То есть один файтинг, а другой такой анимонистический, такой мультоплясковый компакт-диск. Давайте сначала их, понимаешь, я вам расскажу про них, что это такое, а потом мы с вами перейдем дальше. В общем, первый диск «Геркулес» — это диснеевский мультик, как я вам сказал. Он вышел тоже месяца три назад. И очень интересен собой. Кстати, приходите к нам в салон «Бонус», он у нас пока еще есть, и покупайте. Стоит он всего лишь 45 тысяч, так что цена очень такая, так сказать, смешные цены у нас. Приходите, разбирайте. И «Тобол 2» тоже, конечно, скоро их не будет, но пока еще есть. So, let me just ask, is this kid gonna mess up my hostile takeover bid or what? What do you think? Oh, we're not supposed to reveal the future. Jeez. My fate is in your lovely hands. Oh, all right. Oh. In 18 years, precisely, the planets will align ever so nicely. Aye, verse. Wait. The time to act will be at hand. Unleash the Titans, your monstrous band. Mm-hmm. Then the once proud Zeus will finally fall, and you, Hades, will rule all! Yes, the Hades rule! A word of caution to this tale. Excuse me? Итак, Геркулес. Что же это такое? Вы все, наверное, знаете древнегреческую мифологию, и там есть такой герой Геркулес. Это сын Зевса и Геи Земли, так сказать, богини Земли. Вот такой вот крутой сыночек, который идет и все на своем суде крушит и разрушает. Ну, конечно, это положительный герой. Он набирает разных премудростей и становится очень таким мудрым человеком. Очень сильным, красивым таким мужланом, который ходит и освобождает всех, кто в этом нуждается. Так что, если вы видели этот мультик, то вам сюжет этот рассказывать не надо. Но если не видели, ну что ж, я вам немного расскажу. Геркулес, такой паренек, понимаешь, весь из себя крутой, хочет завоевать все зло, чтобы этого зла вообще в помине не было. Да, но зла, конечно, не будет, если он все это сделает. Но это зависит не от него, конечно, а от ваших пальцев, то есть от джойстика, а иначе от мозгов, конечно. Чем вы лучше это пройдете, то увидите концовку. После каждого уровня сопровождается мультипликационная заставка, которая длится иной раз даже 10 минут. Очень интересно посмотреть, правда, на английском языке, русского перевода нет, ну что же, нужно довольствоваться и таким. Не каждому, так сказать, геймеру подвластны такие вещи, как этому Геркулесу. Он может и прыгать, и стрелять, набирать разное оружие, собирать деньги. Вот эти вот очень неприятные вороны, они, конечно, усложняют действия Геркулеса, потому что они его, так сказать, обгоняют и налетают сверху, и это очень сложно от них избавиться. Они больше всего, так сказать, могут его поранить. Кстати, вас ожидает там, если вы пройдете, медуза Горгона, которую нужно уничтожить с помощью зеркала. Нужно уничтожить, так сказать, большого дракона 13-голового. Это все сделано по подвигам этого самого Геркулеса. Если вы читали или смотрели фильм, или тот же самый мультик, то вы все это, конечно, прекрасно знаете. И рассказывать мне вам, так сказать, уже нечего. Что вам еще сказать про эту игру? Эта игра сделана в 97 году, то есть примерно где-то месяц назад. Очень такая свеженькая версия Геркулеса из мультика, который вы видели, может быть, не видели. Приходите, берите кассеты, смотрите. Тот же такой же абсолютный диск. Лучше, конечно, приходить к нам и брать диск. Тогда вы убьете сразу двух зайцев. То есть вы убьете этим. Возьмете себе кассету, которую посмотрите, и диск. То есть в диске содержится и мультик, и игра. То есть после каждой стадии вы можете посмотреть мультик и поиграть. Что еще вам сказать? Игра сделана в трехмерном и в двухмерном пространстве. В трехмерном есть тогда, когда вы деретесь с боссами, проходите беговые дорожки. И двухмерная, которую вы видите сейчас. Но все равно даже в двухмерной выглядит игра просто замечательно. Конечно, напоминает несколько Аладдина, но все-таки различия имеются, очень даже приличные. Ну,
Тобол 2. Был Тобол 1, стал Тобол 2. Чем он отличается? Он отличается двумя вещами. Графика получше и персонажей побольше. И, конечно же, замечательная ходилка, которая содержится в этой же игре. После этого же файтинга мы посмотрим после трех раундов. Вы там ходите, убиваете, собираете разные вещи, таких млекопитающих каких-то, грызунов и так далее и тому подобное, обезьян, исторических людей и самых главных боссов. Вас направляет туда король, и вы выполняете все эти миссии в собственном лице. Так если по-английски сказать, yourself, да. Что еще вам сказать? Игра очень напоминает в этом варианте Tekken 2. Ну, конечно, Tekken 2 немного сделан поинтереснее, но все равно какое-то приближение есть к этому. Тоже суперудары, захваты. Правда, вы деретесь на ринге, а не на простом пространстве. Если вы пойдете с ринга, то игра закончится, потому что таковы правила боя. Сейчас пошел третий раунд. Наш геймер Боб, который сидит и играет, я думаю, тоже вот игру немного отстает на один раунд. Он ее, конечно же, добьет, я думаю, и победа будет за нами. Сейчас давайте досмотрим это до конца и перейдем к нашей ходилке-бродилке. Тоже Тобол 2. Ну что ж, морду мы немного побили. Такая у нас она отхвашенная, конечно, стала. Но все-таки силы еще имеются, и нас отправляют в подземелье. Что же мы в этом подземелье можем сделать? В этом подземелье мы должны уничтожить всех врагов, собрать наибольшее количество разных предметов. Но эти предметы нам помогут впоследствии, когда мы будем встречаться с главными боссами. Ну и вообще поддержат нас жизненный тонус. То есть... это разные продукты питания, вина. Ну, вина, конечно, я не знаю, но это, наверное, газировка какая-то. Не вина, просто для детей не сделают, я думаю. Да. Но сейчас мы бегаем в поисках врага, но почему-то враги не вылазят. Придется нам искать их до конца. Надо залезть в какую-то дырку, такую пещеру, где они нас и ждут. Сейчас мы это делаем. Надо все-таки выйти с этого положения и зайти в нужный нам подвал. И, так сказать, замочить парочку врагов, чтобы посмотреть, на что же способна эта вот девушка, которая бегает там. И что-то хочет найти. А вот что он хочет найти, я даже сам еще не знаю. Потому что до конца эту игру я не смог пройти. Она очень сложная и очень интересная. Так что если вы хотите ее поиграть, то приходите или в салоны бонус, где вы сможете поиграть ее на приставках Sony PlayStation, которые находятся в ДК «Авангард», это и «Орджоникидзе», и в «Синтебрёнке». Конечно, наш небольшой салончик, такой ларечек, который находится подземном переходе центрального рынка около магазина «Чай». Да, приходите, играйте, как говорится, покупайте все, что там есть, приобретено нами специально для вас, чтобы вы приходили и тратили свое свободное время не где-нибудь там, в других местах, а именно у приставок, которые позволяют нам развиваться. И, ну, в общем, что дальше будет, я, конечно, не скажу. В общем, сейчас надо добить этого крота, что я заговорился. Стоп. Что ж, посмотрели Sony PlayStation-ские игры. Вам они понравились, я не сомневаюсь. Вы придете их, конечно, возьмете, поменяете, купите, приобретете. И, естественно, будете играть ночами и днями. Конечно, 1 сентября близко. Всего осталось сколько? 4 дня, что ли? Ну, конечно, желание поиграть возрастает. Как вы все знаете, скоро в школу, на работу. Это для взрослых геймеров, я говорю, для компьютерщиков. Так что приходите к нам в салон, осталось мало времени до занятий. И берите все, что там есть. Итак, у нас продолжается конкурс. Конкурс у нас на видеокассеты. Вы нам присылаете много видеокассет, так что я думаю, что вы еще будете их присылать. Потому что роликовые коньки – это приз очень такой немаленький. Если вы хотите его приобрести, то старайтесь вовсю. Скоро конкурс закончится, так что пишите нам письма, пишите нам видеокассеты. Мы их будем смотреть, выбирать лучшего. И еще, у нас в салоне бонус появились замечательные, так сказать, серые мышки. Не те мышки, которые ползают по подвалам, а те, которые подсоединяются к Sony PlayStation и помогают нам играть в компьютерные игры. То есть в стратегические игры, рисовать и так далее и тому подобное. Они снабжены две
кнопочками, ну как на компьютере, все как на компьютере абсолютно. Потому что Sony PlayStation становится настоящим персональным компьютером. Если к нему приделать еще клавиатуру, то ничем не отличишь. Вот эта коробочка от нее, она стоит тоже значительно недорого. Приходите, разбирайте, играйте, покупайте. Пока.